называется «бери и делай», никаких вообще, никакого волшебства. Наши резиденты благодаря нам создали сотни онлайн-школ в разных-разных нишах. Сколько у тебя прибыль? 4500-600. Но сейчас самое время заходить, потому что как раз-таки в кризис люди тратят больше денег на образование. После битвы предпринимателей я 2 недели просто приходила в себя. Мне нравилось всегда чему-то обучать людей, доносить до людей ту полезную информацию, которая действительно может повлиять позитивно на их жизнь. Онлайн-школы инвестиции нужны, можно начинать с нулевыми инвестициями, получать клиентов бесплатно и постепенно-постепенно расти. Упражнения, рекомендации по питанию, просто какие-то мотивирующие посты, с ними там играем, что-то им предлагают. Идеальные и опросы, офигенные презентации, ни капельки продажи ни одном вебинаре, просто презентация продукта. Вам нужен всего лишь ноутбук, iPhone и хороший Wi-Fi. Естественно, знания в вашей голове, либо в голове вашего эксперта. Руки в ноги! Поднимай свою пятую точку с дивана, организовывай колл-центр и звони. Мы просто грамотно нашли боли к каждому из портретов целевой аудитории. На них нажали, люди открылись, и мы просто презентовали им продукт. Вы сможете приобщиться к сообществу интересных людей. Это люди, которые живут вне экономик, вне курсов валют. Бизнес через же. Вот. То есть сначала продал, а потом делай курс. В первый день, если мы делаем 3-дневник или 5-дневник, мы вообще ничего не продаем. Мы даем максимальное количество полезного контента. Вступление там 5-10 минут максимум. Может быть, вас интересует, как выбрать нишу, как найти эксперта, где получать трафик, как лучше провести вебинар, какую цену установить на ваш продукт, как правильно обучать. 10-е не купила только потому, что в этот момент, когда мы с ней разговаривали, она ехала в роддом рожать. Если ты будешь делать любое дело с любовью и с полной отдачей, то даже горничной, ты станешь лучшей горничной в мире и будешь зарабатывать себе достойные деньги. Это всего лишь задача, которую мы поможем вам сделать, которую мы поможем вам достигнуть.